Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Бухалыч и продолжаем гряду рейдов. Первая база, которую мы сегодня будем рейдить, а как обычно мы будем две базы рейдить, это база Дайм. Попробуем мы забрать все, что здесь есть. Колесико, кстати, вот это вот. Это означает, что уже готовятся нам обновленные базы. В связи с этим я намерен сказать, что все-таки шестой сезон принесет нам много новых баз. Надеюсь на это. Давайте взрывать дальше. То есть взрывать вглубь. Бабах первый произошел. Пока что 15 всего лишь шума. Конечно, беда то, что у меня тут водичка. Захотелось попить. Так, давайте дальше идем. В принципе, это немного шума здесь наносится. И вот что. Круто. Вот этот вот ящик у нас будет барьером между мной и зомби. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны немного подлагивает каждый раз. Хотя всегда хорошо, когда у вас, ребят, возможность есть убить всех зомби, вообще не напрягаясь. Так. Очень много ящиков. Давайте попробуем сразу рубиться дальше, пока есть возможность. Пока у нас хоть какая-то возможность есть. Вообще, вы видите, что у меня... Да ладно. Ну, короче, наверное, это последнее, что я буду разрубливать. О, это хорошо. Смотрите, какой красавец. Какой красавец. Рейд. Давно таких не было. Очень круто. Конечно, то, что только вода вот здесь у нас делает плохую картинку. Все остальное тип-топ. Причем еще и шума не наносит это все дело. Так, есть у нас эмочка немного надбитая, калаш. Зато дробовик и ВСС полностью целые. Набор для борьбы в ближнем бою. И я думаю, что здесь тоже и глок есть хороший, самопал и кувалда и разрушитель. В принципе, неплохой наборчик. Сейчас должно подлагивать после того, как я разрублю этот ящик. В связи с тем, что там зомбики придут. И начало. Не, вроде нет. Что тут еще есть? Вот здесь какая-то штукенция. Это станок. Я думал, это генератор, но там станочек. Ага. Стол медика. Я все-таки надеюсь, что возле стола медика должно быть где-то аптечечки. Пустых, а вообще пусто. Так, я понял. Давайте подождем, пока подойдут зомби. Ну, вот так экономно убьем, конечно же, всех зомбиков. В принципе, даже, я не знаю, с дробовиками, которые с глушаками, довольно-таки все легко делать. С одного удара все выносится. Надеюсь, что с этой стороны, ребят, хоть что-то там вообще все пустое. База, на которой все ящики... Ого, ребят, вот это, конечно, печально. Все пустое. Все очень-таки пустое. Я так понимаю, что у меня немного вариантов остается. Подождите, что еще где-то зомби есть, что так подлагивает? Или, ну, ждем. Ага, да, вот оно что. Я думаю, что так подлагивает немного. Чем меньше зомби, тем меньше подлагивает. Но все равно подлаги были. Расстреливаем всех практически в упор. Я не знаю, ну вроде бы давайте искать еще что-то. Ну как так-то? Просто забирать не самый крутой лут. Вообще печально вам видеть правдоподобные базы, где куча ящиков и ничего поделать ты с этим не можешь. В связи с тем, что тут все пустое. Тут вообще ничего нету. Жажда еще начинает долбить. Вот это жесть. Итак, о, хранилище, ребят, хранилище. Надеюсь, что в хранилище хоть что-то есть. Блин, да тут и хранилище пустые. И мне еще и подлагивает. Разобрался с партией зомби. Не знаю, что мне делать. Просто сейчас буду тут рубить. Других вариантов просто не вижу. Давайте рандомно. Все пустое, ребят. Жесть. Просто на базе, на которой куча ящиков, все... Ого, ягодки. Хоть как-то от жажды. Хоть немножечко. 9 жажды.
Ну, думаю, если здесь была ягодка, может быть, вот здесь что-то вкусное, может быть, здесь малинка. Ну, короче, ребят, вы видите, что база, конечно, немного оружия принесла. Но в остальном, если вы рейдили подобную базу, обязательно откликнитесь, потому что у меня все очень печально. Я могу вскрыть все ящики, так как Громила у нас будет телепортироваться. Вот так вот, вот таким вот образом. Сейчас ждем, пока он телепортируется в эту сторону, мы идем открывать ящики повторно, по-новому. Ну, попробуем, почему бы и нет, немножечко подолбить громильчика. Ну, как минимум, вскрыть ящики, посмотреть, в каких хоть что есть. Хотя у меня там и топоров... А, уже топоры кончились. Давайте подождем, пока громила, ребят. Все, инструмент сломался, и нечем теперь и долбить даже ящики. Уходим сразу, параллельно, на другой рейд. Посмотрим, что нам приготовила игра на следующем рейде. Вторая база, ребят, и название CVC, конечно же, три шестерочки. CVC, три шестерочки. Но здесь охраняемую турелью вот такой вот ящик. Есть там же банки, которые можно теребить. Есть куча ящиков, которые можно сразу лутать. Но мы ведь, опа, мы ведь знаем, что за стеной должно все скрываться. Вот ящик, и напротив него я сразу рву. Отлично. Надеюсь, что в этих ящиках что-то да мы найдем. Потому что по-другому не хотелось бы попасть на такую же базу, как мы попали только что. Буквально недавно. Блин, за железной стеной там тоже ящики есть. Представляете, что в них лежит? Вот хотелось бы очень сильно заглянуть в эти ящики. Очень сильно. Чекаем, что в первом ящике лежит. Торсы, куча торсов, и от голода мы явно не умрем. Вот этот военный ящик, рюкзак мы забираем, и поехали, поехали крушить, ломать, кромсать. Надеюсь, что все ящики вот эти вот откроем. Так, недостающие части, штаны, торсы. Но я так понимаю, что другого варианта просто нет, сейчас лупим. Так, аптечки. Почему бы и нет? Большущие аптечки, 100% хп хилится. Нормально. Надеюсь, на огнестрел. Может быть, конечно, в другом месте где-то огнестрельчик. Хорош. Я тоже такое люблю. То есть глоки, катанки, все у нас тип-топ. Все в топ идет. Ну, в принципе, доволен тем лутом, который сейчас у нас тут есть. Катаны там, топоры немножечко. Есть дилемма очень такая... Ну, наверное, самая главная дилемма, то есть, что лучше, катаны, кстати, футбольный шлем, уже не первый раз, вчера на рейде у меня попались водолазные маски и тоже футбольные шлемы, прикольно. И дилемма, кстати, мачете или катан, напишите в комментариях, мачете или катана все. Я думаю, что все-таки, да, все-таки катана, если не улучшена, если мачете в топе, то я думаю, что мачете получше будет. Блин, я что-то так очень сильно размахался. Мне кажется, что... Да. Мне кажется, что оружия здесь уже не будет. И шума мне не хватит, чтобы открыть все ящики. Блин, да что ж тут такое? Тут, короче, все надбитое, все поломанное, все... Ну, все очень хорошее. Опа. Еще больше топоров. Ну, нужно будет сейчас собирать, наверное, с этой брони. Один огнестрельчик есть. Я думаю, что неплохой рейд даже по броне. Хотя у меня не был вот, по-моему, вчера хороших два рейда по броне. Броневых. Конечно же, рейда. Блин, маловато, что ли? Взял дробовиков? Да что ж такое? Здоровяки, блин. Огнестрел, давайте. Что за фигня? Талоны просто насыпи. Просто толпами талоны. Думаю, что давайте все-таки один сайтик мы возьмем. Тут где-то штаны я уже видел. Так, здесь те же торсы. А вот здесь штаны. А вот ботинок, по-моему, я еще здесь не увидел. Ни одних ботинок. Ага, вот одни есть. В принципе, могу одеться. Такое. Неплохо. Есть три ящика. То есть 24 шума. Но надеюсь, что у нас хватит. О, вот это уже получше.
И батареечки здесь есть. И еще один сетик брони. Почему бы и нет? Заберу все. Чем у нас? О, если что, с глушачком у нас глоченыш есть. Тоже постреляем. Отстреляемся. Как говорится, отобьемся от волны. И потому что если не будет возможности уже стрелять нашим дробовиком. Что у нас тут? Пикап полностью пустой. Есть, кстати, чоппер. Здесь есть чоп. Покрашенный окраской череп. Череп падает с слепого охотника. Винчестер есть. Возьмем, я не знаю. На без рыбы и рака рыба. Поэтому возьмем, чтобы от греха подальше сишку заберем. Винчестер. Вот такой вот крутой шлем. Ну и две катаны. У нас остается два там ящика. И куча-куча брони. Ну, конечно, не фулл сетов. Но, тем не менее, это броня. Наверное, все-таки сейчас посмотрю, что тут. Да, ну, то есть, все ящики открываю. У меня 100% шума не будет. Ой-ой-ой, хорош. Фэнскар. Блин, конечно, ВСС-ка уже свое отстреляла. Я бы взял ее. Ну, возьмем. Может быть, несколько целей она еще поразит. Сейчас обколье попробую слиться. Ну, потому что, ну, реально, нужно то, что у нас в чопере отвезти. Здесь есть чем поживиться. База реально хорошая, поэтому я вот так вот сделаю. Блин, а как я тут труп заберу? Давайте, может быть, как-то повыше. Опа. Надеюсь, что я удобненько умер для того, чтобы забрать свой трупик. Прибыл. Прибыл, ребят, я на рейд. Обратненько, но пока что очень плохо все, что с чопера слезть не могу. Все, отлично. Повторно первым делом нужно заполнить чоппер лута. Все, что у нас есть, обязательно забираем, надеваем. И лут, конечно же, в чоппер мы запихаем. Обязательно. FN-скар, глок, в принципе, аптечки залетают на изи. Ладно, талоны. Вот так вот будет выглядеть это все дело. Одеваемся. Один из сетов одеваем. И, наверное, тоже думаем, что нам... Куда? Вот так вот. Красиво. Конечно, пока что дробовик. Пока что дробовик. Почему именно дробовик? Ну, по-другому никак. Не хватает этого всего. Бинты. Поехали со мной. Что еще? Сет. Я говорил, что сеты буду брать. Давайте возьмем. Ну, пока что ботинок я не нашел. Блин, будет плохо, конечно, что ботинки там прилетят. Ну, пока что других вариантов у меня нету. Я просто-напросто сейчас, блин, теперь шлемов нету. Так, мне сейчас нужны головы. Головы мои. Так, раз. Наполняем, наполняем. Пазлик собираем. Пазлище, здесь торсы были. Торсы есть. Ну вот в чем прикол, что у меня нету ботинок и шлемов. Вот это большая проблема. Ну, так и будет. По-другому никак. Давайте два колеса возьмем. Может быть, Джейн, конечно, поделимся. Ну и остается только по Берику, если что. Блин, нужно просто забить все-таки все максимально. Потому что не хотелось бы пустым идти домой. Громила быстро очень прилетит. Шлем. Колеса. Колеса. Не, Громил, не надо. Я ухожу. Все, спасибо за рейд. Ах, вы такие, да? Наглые. Блин, толстяк за своим телом. О, хорош, я пролетел. Ребят, всем спасибо за то, что смотрели. А не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Стараюсь, конечно же, ребят, снимать побольше видосов. База очень большая, очень крутая. Куча всего интересного. Поэтому пишите, что вы думаете о рейдах. И игрули, предлагайте игрули. Всем, ребят, удачи, пока. Увидимся уже в следующих видео.